Ничья по игре? Я считаю, что да. Все заслуженно, ничья. Бились две команды, я считаю, да. Третий раз за пару месяцев играете, уже принципиально стало. Вас не пустили во втором групповом зимой, вы в призе открытия ответили. Сейчас это повлияло на игру? Да нет, я считаю, что не особо повлияло, просто мы знаем, что ребята сильные, то есть они, у них возраст более молодой, чем у нас. Игра не принципиальна, просто интересно играть с таким на самом деле соперником. А вообще наша команда осталась очень довольна, как и нашей игрой, так и соперника, поэтому, в принципе, нам играть интересно с такой командой. Я считаю, у нас тоже принципиальности никакой нет, мы как бы настраиваемся на каждую игру, на каждого соперника. Мы идем просто за золотом, поэтому нет никакой принципиальности. Ключевой момент в игре, с вашей точки зрения? Ну, скажу так, играли обоюдно остро, то есть ребята, конечно, они помоложе, владели территориальным преимуществом, у нас изначально была тактика, что мы играем все за линией мяча, играем как бы компактно, потому что все-таки ребята скоростные. И я считаю, что ключевой момент был в первом тайме, у нас было два хороших таких 100% момента, которых мы не забили, а у ребят больше как бы подходов было. Но я, по мне, это именно два первых момента, которые мы не реализовали в первом тайме. У нас как бы моментов было много, но до удара не доводили. Я считаю, ключевой момент это был в конце, когда мы все-таки вырвали ничью. Вот такой вопрос к возвращению. Не показалось, что вот то, что вы не доводили до удара, это продолжение финала зимнего? То бишь, у вас много мяча, много территории и мало КПД, скажем. Ну... И почему так получается? У нас просто не хватает вот последнего вот 100% паса. Мы считаем, мы хотим просто уже, грубо говоря, закатывать мяч, а не его не бить. Это наша ошибка, то, что мы мало бьем, а чаще хотим закатить. Ну, к тебе вопрос, соответственно, с твоим выходом как раз моменты пошли. Там, столба сыграл. Насколько вам было тяжело с ним бороться и насколько ты был готов к тому, что вот выйдешь и, по сути, перевернешь немножечко игру в тот момент? Ну, я скажу так, не в обиду будет сказано команде возвращение, то, что они очень сильно играют в нападение, очень сильно играют в нападение, я считаю, по крайней мере, то, что я видел 6-6, самая играющая команда, то есть, и они мне импонируют, но на защите им надо как бы работать. Вот. Поэтому мне на самом деле было очень легко принимать мячи, как бы отдавать. Я стараюсь всего своего возраста не разворачивать, никого не обыгрывать. То есть принял, отдал и все. Ну и то, что прилетело в меня, практически я все принял и отдал. То есть поэтому в этом плане было легко. Справлялись с этим? Насколько было тяжело? Тяжело было в любом случае, потому что из-за погоды как бы поле очень горячее, многие подсаживались очень быстро. Так, нападающие хорошие, команда в целом сама хорошая. Прогноз на чемпионат? Я считаю, что мы не со всеми, в зимнем кубке не со всеми командами сыграли, которые были лидерами, наверное, в прошлом году на чемпионате. Но, по крайней мере, у нас есть большое желание бороться за тройку, в частности за чемпионство. Посмотрим, как будет в итоге. Я прогноз их не буду давать. Мы будем стараться побеждать каждый матч и идти за золотом 100%. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.